Новый день. Думаете, у вас был плохой день? Зацените. Вы арестованы за убийство помощника прокурора Альберта Гарзе. На меня повесили убийство. Жизнь моей девушки в опасности. Моя сестра в беде. Моя напарница меня предала. Прости. Бывший муж моей девушки торжествует. Тебя с поличным взяли. Меня ночью выволокли из тюрьмы. Непонятно куда. Вы признаетесь в убийстве Альберта Гарзе. Я узнал, Рита, что худшее еще впереди. А когда я решил, что это конец, все произошло снова. Я проснулся в тот же самый чертов день. Не понимаю, как или почему. Знаю лишь, что должен спасти свою девушку. Она думает, мы едем к ее маме. Ты такой милый. Ты такой милый. Так давно хотела познакомить тебя с мамой. Почему ты решил поехать сегодня? Подумал, здорово было бы сбежать. Что ж, ты сделал мой день. В последнее время между нами не все было ровно. Брат. Прости, что ты сказала? Что происходит? Что они делают? Брат. Знаю. Держись. Пригнись. Пригнись! Что это такое было? Боже, твое плечо! Ты ранен! Кто они такие? Что ты делаешь? Просто подставить уже не выйдет, сэр. Ну что? Планы изменились. Охота отменяется? Подозреваемый в убийстве помощника прокурора сбегает с девушкой. О чем это говорит? Что он в отчаянии? Что он виновен. В отчаянии люди готовы на все. Даже на убийство. Убийство, самоубийство – моя специальность. Интересно, почему выбрали его? На твоем месте я бы не спрашивал. Не понимаю, кто эти парни? Чего они от нас хотят? Я не знаю. Брат, тебе нужно в больницу. Нет. Ни больниц, ни копов. Эй! Они пытались нас убить. И мы должны уехать как можно дальше. Ты же коп, вызови подмогу. Я не могу. Почему? Потому что в прошлый раз меня выволокли из окружной тюрьмы, и я оказался... О чем ты говоришь?
Не могу сказать, это полный бред. Ты истекаешь кровью. Рита, хватит. Найдем магазин, купишь что нужно и заштопаешь рану. Прошу. Так, не волнуйся. Ты справишься. Иди туда и купи, что нужно. Обещаю, я все объясню. Когда увезу тебя в безопасное место. Хорошо. Один пропущенный звонок. Алло? Привет, это я. Хоппер, я не могу говорить. Послушай, на меня повесили убийство Гарзы. Что? Детективы Спаевак и Чой попытаются настроить тебя против меня. Пообещают, что закроют служебное расследование. Не верим. Хорошо, Эндрю, прошу. Мы напарники. Прости, мне сейчас некогда, я иду в СР. Я перезвоню. Стой, 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 Эндрю. 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 Простите, мэм. Да, офицер. Все в порядке? А, вы об этом. Ясно. Я медсестра, а на дороге была... Собака? И что вы с ней сделали? Положили в машину? Нет. Не хотела ее перемещать. Она лежит у дороги. Вызову службу отлова. Обычно они этим занимаются. Нет, не стоит. Я справлюсь. Лечь на землю! Сказал лечь на землю! Идем. Я бы выкрутилась. Еще 5 секунд, и мы бы уехали. Это окружной шериф Рита. Знаешь, что он видит на этих дорогах? Ты вся в крови, он бы тебя не отпустил. Ты боялся, я расскажу ему правду, да? Нет, нет, я просто пытаюсь тебя спасти. Слушай, я не знаю, что происходит. Но если мы хотим пережить все это, ты должен мне доверять. Дело не в доверии, а в том, чтобы выжить. Где ты был? Прятал машину. Залатаешь меня, и можно ехать. Но куда? Кто были те парни, и почему нельзя вызвать копов? Сложно объяснить. Попытайся. Ладно, вкратце. На меня повесили убийство. Вчера убили помощника прокурора, и копы пытаются подставить меня. Садись. Нужно простерилизовать. Будет больно. Больнее выстрела. Пуля внутри. Нужен хирург. Нет. Тебе придется самой. Брат, я не могу. Нет, можешь. Ты видела, как надо. Да, в больнице. У меня нет инструментов для извлечения пуль. Вот теперь есть. Отдел нравов, отдел преступлений на почве ненависти. И, наконец, отдел по борьбе с наркотиками. Все так. Трудно в наркополиции. Иметь дело со всякой швалью, торчками, шлюхами. Просто тошнит. Со швалью можно столкнуться везде. Главное, самому не запачкаться, иначе попадешь в объятия отдела служебных расследований. Волнует, что у меня здесь? С чего бы это? Ведь это разрушит твою карьеру. Мы за тобой следили. Неделями. Что?
Везет тебе, Бэтл. Тебя ждут детективы убойного отдела с Пейвок и Чой. Насчет Хоппера. Не сладко быть под микроскопом ОСР. Все через это прошли. Эти парни думают, раз они творили всякое дерьмо на улицах, значит, все такие. Погоди минуту. С Шелтоном нужно поосторожнее, он настоящий крестоносец. Ореховый батончик? Нет. Скажу прямо, вы ошибаетесь насчет Хоппера. Уважаем вашу преданность, но есть улики. Пистолет, отпечатки. Отпечатки Хоппера на орудии убийства? Дело ясное. Прокурору будет не хватать Гарзы. Он не боялся трудных дел. Одна в голову, две в грудь. Похоже на казнь. Или на стиль копов. Вас ведь так обучают в академии? Послушайте кое-что, может, вы прольете на это свет? Хоппер, ты сегодня должен был посылку получить. Это важно. Никому не говори, что она у тебя. С тобой свяжутся. Кто это? О какой посылке речь? Не знаю. Думаете, это связано с убийством Гарзы? Отдел убийств стоит выше служебных расследований. Будете сотрудничать, и мы избавим вас от Чеда Шелтона и СР. Когда вы в последний раз говорили с Хоппером? Вчера. Так, начнем. Возьми за что-нибудь. Прости, она глубоко засела, но артерия не задета. Я знаю, ты многое скрываешь. Вроде пора бы привыкнуть, это же твоя фишка. Иногда это полный отстой. А можно не сейчас, пожалуйста? Нам нужна помощь. Есть кто-то, кому ты доверяешь? Да, ты. Что насчет Эндрии? Она в этом замешана? Я не знаю. Люди на многое способны. Ты достала? Достала? Прости, попытаюсь снова. Ты хотел знать, с кем Эндрия Бэтл разговаривала перед приходом? Да, угадаю. С ее убогим дружком Слимом? Нет. Мобильный зарегистрирован на Риту Шелтон. Вряд ли твоя бывшая. Я хочу тебе верить, но кое-чего я не понимаю. Если этого Гарза убили этой ночью, и расследование только началось, откуда ты о нем узнал? Ты же все время был со мной. Это прозвучит безумно. Но я прошу, поверь мне. Последние три дня я просыпаюсь в один и тот же день. То же время, то же место. Те же новости по телеку. Я проживаю сегодня. Снова и снова. О чем ты говоришь? Один парень. Есть один парень в каменоломне. Он знает все. О тебе, обо мне, о Джен и о детях. Он хочет, чтобы я признался в убийстве Гарзы. И те парни на дороге, работают на него. Они схватили меня и кололи здоровенной иглой дважды. И с тех пор. Эндрей звонили минут за 10 до того, как вы ее вызвали. Бэтл говорила с вашей бывшей. Подумаешь? Нет, не с моей бывшей. С парнем моей бывшей. Похоже, у тебя шок. Думаю, ты потерял много крови. Нет у меня шока. Это действительно происходит. Я могу доказать. Перевернулся грузовик сегодня. Рассыпал подгузники. И газеты, так? Проверь газеты. Все заголовки о Гарзе. О, и Доджерс! Доджерс! Доджерс сегодня выиграют. Ясно, это все та же игра. Все тот же день. Хочешь
сказать, что мы уже были в этом мотеле? Да, нет. Но в тебя уже стреляли. Нет, но они уже преследовали меня. У нас уже был этот разговор. Я не понимаю. Я тоже не понимаю. День тот же самый. Ясно. Но случаются разные события. Понимаешь, когда как вроде была женщина в кафе. Однажды я ее спас. В следующий раз ее сбил автобус, потому что меня не было. Ты не понимаешь. Ты не понимаешь. Да. Хоппер, где ты? Эндрю, они приходили к тебе. С Пэйвэ Кэчуэй, как я и сказал. Хоппер, я хочу помочь тебе, но не смогу, пока не скажешь, где ты. Ты должен мне поверить. Ты пошла на сделку с СССР и сдала меня, так? Я этим не горжусь, ясно? Прости, Андрей, не могу. Значит, он с ней. Телефон можно отследить? Я тут подумала, ты что-то говорил об уколах. Может, тебе вкололи галлюциноген? Значит, это все нереально. Нет, нет, я не об этом. Просто как это могло случиться прошлой ночью, если ты был со мной? Это должно было случиться вчера или пару дней назад. Это и было вчера. Вчера было сегодня. Вчера есть сегодня. У тебя голова не болит? Может... Ты ударился головой, или может... Да я уже миллион раз это обдумывал. Искал объяснение. Может, нужна МРТ, может, психотерапевт. Может, это все машина времени. Я не знаю. Ладно. Я не понимаю, как это происходит со мной. Не знаю, кто это делает. Не знаю, как это остановить. Не знаю, почему. И сейчас мне плевать. Единственная моя задача сейчас — убедиться, что ты... Что? В чем дело? Ты все время говоришь о моей безопасности. Если ты уже проживал этот день... Что со мной будет, брат? Ничего, ничего. Все хорошо. Мы вместе. Ты лжешь. Те парни, что ждали нас на дороге. Ты думаешь, со мной что-то случится? Слушай, слушай меня. С тобой ничего не случится. Главное для нас не попасться им. Будем через 20 минут. Местный шериф нас прикроет. Они встретят нас, перекроют дорогу, будут ждать сигнала. Надо было вызвать спецназ. Вы поступаете правильно. Уже известен счет. Несколько секунд назад Доджерс победили Джайантс, совершив поразительные 7 ранов в 9-м ининге. Сейчас покажут повтор. Мы также увидим... Мне жаль, что платье испорчено. Не страшно. Я бы избавилась от того копа у магазина. Я как-то пыталась спасти собаку. Он лежал на шоссе, бедный, лохматый пес, весь в крови. Мы с Чедом ехали в Вегас.
в медовый месяц. В общем, я попросила остановиться. Я видела, что пес весь переломан. Чет не дал положить его в машину. Сказал, надо оставить его, чтобы умер естественно. И мы уехали. Я уже смывала кровь с рук. Но не твою. Иди в ванную. Она вошла. Как ты меня нашла? Да ладно, я же коп. Что у тебя с плечом? Его ранили. Рита, ты в порядке? Да, я о нем беспокоюсь. Ты одна? Да, конечно. Я знаю, у тебя неприятности, Хоппер. Я хочу помочь. Не время. Что произошло с Гарзой? Ничего с Гарзой не было. Мы ни разу не встречались. Ты же меня знаешь, Эндрея. Так и скажешь, когда сдашься властям. Забудь об этом. Я в тюрьму не пойду. Я не убивал Гарзу. И что ты будешь делать? Все, что придется. Ладно, Хоппер, успокойся. Мы все исправим. Только не делай глупостей. У нее еще 2 минуты, и мы заходим. А это кто такие? Как они прошли охрану? Я просил никого не пускать. Пусть ваши люди перекроют дорогу. Что-то не так. Доставайте жилеты. Что не так? Они нас нашли. Хоппер, можно идти. Новый план. Бросайте оружие. Вы бегите к машине, я прикрою. Мы тебя не оставим. Меня поддержат, вас нет. Я не дам тебе этого сделать. Заткнись и слушай. У них пистолет с твоими отпечатками. Мне дали прослушать сообщение. Женщина говорит, что тебе отправили посылку. Они считают это связано с Гарзой. Хоппер, ты сегодня должен был посылку получить. Это важно.
На счет три. Раз. Два. Вперед! Хоппер! Уходи. Собирался встретиться с моей мамой. Доджерс! Все будет хорошо. Главное не останавливаться. Все будет в порядке. Главное не останавливаться. Наступит новый день. Наступит новый день. Новый день. Новый день. Не останавливаться. Не останавливаться. Боже мой. Доктор Артлетт в реанимацию. Доктор Артлетт в реанимацию. Доктор Миллер, 5-7-2-3. Джен. Брат, все хорошо. Где Рита? Где Рита? Она в порядке? Да. Она говорит с врачом. Ложись. Ладно. Успокойся. Ладно, ладно, ладно. Хоппер! Эндрю, подстрелили! Помедленнее. Ты потерял много крови за ночь. Что с тобой случилось? Говорят, ранение пулевое. На нас напали. И Рита тебе не говорила. Она была там. Мы... Не волнуйтесь, ваша сестра с детьми в порядке. Джен, скорее, ты должна уехать отсюда, ясно? Нет. Ты в опасности. Нет. Ты в опасности, расслабься. Уезжай. Все в порядке. Ты в порядке, слышишь? Уезжай. Ты в порядке. Расслабьтесь, это успокоительное. Нам хочется, чтобы вы отдохнули. Нет, никаких иголок. Это успокоительное. Нет, нет. Нет, расслабься, все хорошо. Это невозможно. Ты в безопасности. Они же не сделали мне укол. Они же... Они нас не поймали. Детектив Брэд Хоппер? Вы арестованы за убийство Альберта Гарзы. Нет, нет, вы двое, вон. Быстро. Раз вы так вежливо просите.
Поставим охрану у дверей. Не сомневаюсь. Я вернусь. Я же сказала, его нельзя перевозить. Выглядит неплохо. Мы вызвали скорую. Пока он под нашей опекой. Вы относитесь к коллеге, как к обычному преступнику. Наш отец был копом. Да, мы прошу. Мы просто делаем свою работу. Мисс Шелтон, вы вчера были с детективом Хоппером? Да, была. И можете подтвердить его алиби? Точно. Так откуда у него ранение? Так и думал. Узнаю, когда приедет скорая. Допросим его напарницу. Волнует, что у меня здесь? С чего бы это? Ведь это разрушит твою карьеру. Мы за тобой следили. Неделями. Дэнни Йен. В отделе нравов его зовут Слим. Владеет мужским клубом в Чайнатауне. Вы с ним часто встречаетесь. Он тайный осведомитель. Он наркоторговец, отброс. Помогает сажать отбросов похуже. Правда? И где же эти крупные игроки? В вашем списке арестов таких нет. Не все сведения приводят к колумбийскому картелю. А как вы платите мистеру Йену за эту ценную информацию? Нет никаких отчетов об официальных выплатах. Я их еще не заполнила. Что интересно, перед каждой встречей с этим осведомителем вы снимаете деньги с личного счета. Тысяча тут, 2000 там. Скажите, вы эти давно не видели? Что? Хоппера подстрелили. Он в больнице. Говорят, он убил Гарзу и поймал пулю. Думаете, Хоппер... Нет. А вы? Люди на многое способны. Я должна знать, что случилось. Вечером все было в порядке, а утром ты лежишь в луже крови с дырой в плече. Брат, я решила, что тебя убили. Сложно объяснить. Попытайся. Думал, что смогу исправить день, но нет. Все гораздо серьезнее. Я не понимаю. Ты должна знать, что на меня повесили убийство. И мне нужна твоя помощь. Ты должна мне поверить. Дело не в доверии, а в жизни и смерти. Я чуть тебя не потеряла. Представляешь, каково это? Ты веришь, что я этого не делал? Да. Так помоги мне. Помоги выбраться и найти виновного. Прости, дорогой. Может, просто сваришь детям макароны или поужинаете в кафе? Рэндалл, не злись. Это мой брат, он в тяжелом состоянии. Сказали его, дайте пройти. Даже перевозить нельзя. Синий кот! Ты почему не там? У него был приступ. Медсестра меня выгнала сразу. Сукин сын. Сколько у нас людей? Три группы на месте, еще четыре в пути. Если подружка с ним, ее тоже арестуем. Проверю сзади. Поговорю с охраной в холле. Патрули у главного и заднего входа. Я сказал каждому входу, он не должен сбежать.
это обронили. Надо будет исправить. Ты знаешь эту женщину? Не совсем. Давай ключи. Вставай, давай. Ты не сможешь бегать вечно. И не планирую. Зачем все усложнять? Просто сдайся. Вам, ребята. Может, это вы пистолет подкинули? А кто говорил о пистолете в шкафу? Скорее, едем. Гони, гони, гони! Когда найду Чоя, частоты сменят, но пока... Можно послушать. Что это? Надеюсь, Чой записывает все детали. Как хороший детектив. Надо найти этого Дэмиана. Сообщения связаны с ним или Гарзой? Хоппер, ты сегодня должен был посылку получить. Мне дали прослушать сообщение. Женщина говорит, что тебе отправили посылку. Они считают, это связано с Гарзой. Мне нужно в мою квартиру. А если мы уедем? Сейчас. Если просто сбежим? Нельзя, это не поможет. Ты проснулся в луже крови и не можешь сказать мне, как и почему. Я просто пытаюсь понять, что мы делаем. Я должен найти убийцу Гарза и узнать, почему подставили меня. Некоторые ответы могут лежать в моем почтовом ящике. И какой у тебя план? Последить за квартирой и за копом. А дальше решу. Так вот, каково это. Каково что? Следить. Ты раньше со мной слежкой занималась. Что? Когда? Маньчжурское барбекю Коко. Коко? Нет. Это было наше первое свидание. Ты следил за кем-то? Погоди, нет, я... Погоди. Ладно, выбора не было. Мы оба пытались разобраться, друзья мы или нечто большее. Я понимал, если я снова не приду, то потеряю тебя и... Да, потерял бы. Ну вот. Я могу увести копа от входа. Ты сделала. Тебе лучше не знать. Нашел посылку? Нет, видимо, копы забрали. Завтра вернусь раньше. Завтра? А о чем это ты? Алло? Рита, ты рехнулась? Ты помогаешь беглому преступнику? Кто это? Чат. Рита? Рита? Что ты делаешь? Он отслеживает твой телефон. Давай, нужно уходить. Рита? 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 Привет. Как дела? Привет, приятель. Как твои? Да, все по-старому.